Всем привет! Друзья, вы на канале Бабушки Шо-Шо. Знаю, что вы пришли сюда проверить свою логику и внимательность. Именно поэтому я приготовила для вас хитрые вопросы. А вы попробуйте с ними справиться. Поехали! Какой остров больше? Мадагаскар или Австралия? Даю тебе 30 секунд на размышление. Ответы проверим в конце видео. А сейчас следующий вопрос. Под березами растут подберезовики. Под осинами подосиновики. А под соснами какие грибы растут под соснами? Итак, перед вами популярные исполнители песен. В футболках с их фамилиями зашифрована еще одна фамилия известного певца. Через 30 секунд назови фамилию, которая должна быть написана на этой футболке. Мне и бабушке Дусе подарили по коробке конфет. В каждой коробке было по 12 конфет. Конечно же, я съела несколько конфет. А бабушка Дуся съела из своей коробки столько конфет, сколько осталось в моей коробке. Вопрос. Сколько всего конфет осталось в наших двух коробках? На окошке сидит кошка. Хвост, как у кошки. Усы, лапы, уши, как у кошки. Но это не кошка. Кто же это? Друзья, со мной случилась вот такая история. Все свои важные документы я положила в сейф. А код к сейфу забыла. Я ведь бабушка, и с памятью у меня не очень.
Поэтому я сделала для себя вот такую подсказку. Но, видимо, совсем плохо у меня с памятью. Никак не могу понять, какие цифры должны быть в воскресенье. А ведь это и есть код к моему сейфу. Друзья, вся надежда только на вас. Помогите мне разобраться, какой код я здесь зашифровала. Ну что, друзья, проверим ответы. Так какой же остров больше, Мадагаскар или Австралия? Наш любимый Мадагаскар очень большой и занимает 4-е место в списке самых больших островов на нашей планете. А на первом месте какой остров? Правильно! Гренландия. А Австралия это вообще не остров, это континент. Но мы-то с вами это знаем. Проверим следующий вопрос. Под березами растут подберезовики. Под осинами? Под осиновики. А под соснами? Напиши свой ответ в комментариях. Только давайте честно. Мне ведь интересно. А за это я скажу вам правильный ответ. Под соснами растут маслята. Итак, фамилия какого известного певца должна быть написана на этой футболке? Кто из вас догадался, что нужно взять только ту букву в фамилии, на которую указывает цифра? Все невозможное, возможно, знаю точно. Знаю точно, это фамилия Билан. Кто разгадал, тот молодец. Теперь про сладенькое. Вопрос, сколько всего конфет осталось в наших двух коробках? Давайте разбираться. Я съела несколько конфет, а бабушка Дуся съела столько конфет, сколько осталось в моей коробке. Значит, вместе мы съели ровно одну коробку конфет. А в каждой коробке было по 12 конфет. Значит, в наших двух коробках всего осталось 12 конфет. Кстати, кто тоже любит сладенькое, ставь лайк. На окошке сидит кошка. Хвост как у кошки, усы как у кошки, лапы, уши, все как у кошки, но не кошка. Что подсказывает тебе твоя логика? Кто это? Если это не кошка, то это, мяу-мяу, кот. Друзья, какой же код откроет этот сейф? Назовите мне эти цифры. 74, 75, может 76? Нет. Так, нет восьмерки и девятки. Может быть 89? Нет.
Ой-ой-ой, осталась последняя попытка. Алло, вы разгадали код? Ой, спасибо, спасибо вам огромное. Он говорит, что верный код это 116. Проверим. Ура! Сейф открылся! А вы напишите в комментариях, почему именно эти цифры открыли мой сейф. Как нужно было их расшифровать? Я точно знаю, что вы догадались. Друзья, любите тесты на логику? Тогда ставьте лайки. Жду ваши ответы на мои вопросы в комментариях. Подписывайтесь на канал Бабушки Шошо. Впереди еще много интересного. А сейчас рекомендую посмотреть вот эти мои видео. Просто нажми на них.